болотний кот, як ти мені милий. Акт государственного терроризма. Это акт устрашения общества и журналистского сообщества в первую очередь. Абсурдная ситуация, потому что журналисты просто освещали акцию протеста, и это не может рассматриваться как совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок. Тренд жорстко карать журналистов, показывать свой приклад всем остальным, будете освещать улицу, трапите за кран. Народ собрался и хочет слышать. Этот суд, он своего рода экзамен для нашего законодательства. К сожалению, цивилизации нам еще пилить и пилить в судебной системе. Катя! 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 Судебное заседание объявлено закрытым. Наверное, было за что рассмотреть. Я же не судья. Мы не занимались аккредитацией журналистов в судебный процесс. И вас, в принципе, не заботит? Конечно же, заботит. Судьба журналистов, которая законопослушна. Процесс закрыли несправедливо. Я считаю, что он должен быть открытым, потому что никакой тайны, ни врачебной, ни какой-то нет. Я давала разрешение. На его месте мог быть любой нормальный доктор из нашей больницы. Этот режим боится правды, боится фактов. Значит, мы должны давать еще больше правды, еще больше фактов, как нарешті разбурить, раздолбить этот террористичный режим. Людей бить не будут, надеюсь? Я не знаю. Предупреждаю, в случае невыполнения законных требований судебного исполнителя, такого нарушения может быть привлечено к административной ответственности. И вот всей этой толпой они вошли в здание. В здании в это время находились где-то человек 50-60, может 70 верующих. Молились в это время. Они взяли микрофон и сказали, что, значит, чтобы все вышли. Сказали, если кто-то не выйдет, то поедет на сутки. В эти дни в Бресте проходит фантастическое представление. Убийца выступает в качестве потерпевшего, а выжившего обвиняют в том, что он выжил. На этом суде прямо объявили имя убийцы Геннадия Шутова. Это Роман Гаврилов, капитан 5-й бригады сил специальных операций. Сотрудников МВД государство прячет под масками и вымышленными именами, а представители Министерства обороны легко и просто выкатывают под софит. Исполнителей сдадут без всяких сомнений. Это сигнал для всех, кого задействовали в операциях по погашению протестов. Чем дольше вас использует Лукашенко, тем грязнее ваш мундир и тем мрачнее ваше будущее. Все, кто потворствует этой системе, будут брошены ей уже на обочину истории. Каждый, кто помогает нам сейчас, каждый, кто работает с БайПО, станет важной частью новых правоохранительных структур. И это время уже близко. Мы знаем, что в конце декабря сюда перебросили небольшую группу, которая и пытается найти всех участников байпола. Человеку, далекому от белорусской повестки, как бы вы объяснили, что такое байпол? Я называю это ассоциацией независимых расследователей из представителей силовых структур. Мы знаем, что по нам уже есть приказ о том, чтобы найти всю нашу группировку и разобраться с нами. Потому что единственное, чего сегодня действительно боятся белорусские власти, это раскачка силового блока. Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Недавно Мария передала из СИЗО послание. Можно укатать в асфальт всю страну. Можно все это сделать. Но нельзя забрать любовь, свободу, чистые мысли и наше стремление к тому светлому будущему, для которого мы все были рождены. Поэтому ничего у них не получится. Як ти мені милий, забыть тебе не маю силы. Ни раз утомленный дорогой, житьем весны моей убогой. К тебе у думках залетаю, и там душою спочиваю,
І там душою спочиваю.